Всем привет, дорогие друзья, это тот Сэм Элевен, и сегодня я покажу тебе, как получить новые бесплатные вещи в Roblox. Обязательно смотри это видео полностью, без перемоток, чтобы у тебя все получилось. Кстати, спорим, что ты не сможешь поставить лайк и подписаться на канал, делай это мизинцем всего лишь за 5 секунд. Сейчас я покажу тебе, как получить сразу несколько бесплатных вещей в одном плейсе. К сожалению, через поиск его найти не получится, поэтому давайте зайдем через мои избранные. А в описании я оставлю ссылку на этот плейс, поэтому разворачивай описание и переходи в этот плейс. Вот так выглядит его главная страница, но я не вижу смысла останавливаться. На этом, потому что все равно вы перейдете по ссылке в описании. Тыкаем кнопку play. Тут такой небольшой гайд, который объясняет нам, что делать, поэтому просто нажимайте на гора. Не знаю, что за гора, демонтаж. А, подождите, я понял. Я, получается, могу ехать вот на такой штучке. Прикольно, прикольно. Это мы все скипаем. Не знаю, даже не вижу крестика. Нам тут очень долго объясняют. Ладно, пускай эта надпись нам особо не мешает. Сейчас покажу, что нам нужно делать. Опять же, повторюсь, не перематывай ролик, чтобы у тебя все получилось. Прямо сейчас RBX3 раздает всем своим подписчикам бесплатные робуксы. И все это максимально просто. Вступайте в их дискорд канал и приглашайте друзей. Чем больше друзей вы приглашаете, тем больше бесплатных робуксов получаете. На RBX3 робуксы всегда в наличии, а купить вы их сможете по самому лучшему курсу 1 рубль равно 2 робукса. Переходите на сайт rbx3.io и их дискорд канал по моим ссылкам в закрепленном комментарии. Смотри, тут есть вот такая штучка, где уточки. Подходишь к этим уточкам, суть в чем, нам нужно их мылить и подпускать поплавать, чтобы они были чистые. Тут написано, вот, мои друзья в беде, пожалуйста, помоги мне их очистить, их шарлатан. Я не шарлатан, ребята. Почему меня утка назвала шарлатаном? Наберите 600 очков, чтобы выиграть вот эту уточку. Вот это бесплатная первая вещь, которую мы с вами заберем. Довольно-таки прикольно выглядит, и давайте ее получать. Съезжаем с этой штучки, с машинки, и подходим вот сюда. Теперь пошло начало игры, и сейчас объясню ее суть. Так, получается, тут есть разные вот такие уточки. Тебе показывает стрелка, куда нужно идти, просто бежишь по ней, все довольно-таки просто. Собираешь вот эту уточку, потом бежишь, подносим ее к мылу и нажимаем на клавишу Е. И теперь нажимаем мыть эту утку. Просто тыкаем, не нужно ее удерживать, просто несколько раз тыкаем, либо пальцем, либо если вы на компьютере, то кнопкой Е. Теперь мы можем свободно ее отпускать. Нажимаем сюда, и она Ого, ее телепортировала. Офигеть, нам стрелочка показывает, что нужно идти очень далеко. Так, я, конечно, очень сильно протупил, не нужно уходить с этой локации, стрелочка нас обманывает. Не знаю, зачем она показывает нам туда, но не суть важно. Теперь мы ищем уточку самостоятельно, потому что лучше этой стрелочке не доверяй. Смотри, есть вот такие уточки, но за них дают мало очков. О, золотую вижу. Подходим к золотой уточке и забираем ее. Тыкаем, тыкаем быстрее. Давай, давай, быстрее. Все, отлично. Теперь можно ее отпустить. И плюс еще 50 очков. Примерно мы потратим на это, да ну, не больше 5 минут, я думаю. О, еще одна золотая утка. Отлично. Подходим и, получается, снова ее отмываем. Хотя они вроде не такие уж и грязные. Все, готово. И плыви, уточка. Все, отлично. Пойдем дальше. И сразу же тут целых 3 золотые утки. Я вообще не вижу смысла, ребят. Вот этих разноцветных уточек, которые зеленые, там, не знаю, красные, не берите их, они бесполезные. Эти утки золотые на каждом шагу, поэтому лучше берите их. И 200 очков, это почти половина до нашего выигрыша. Получается, нам нужно, напоминаю, 600 очков, чтобы забрать вот эту утку. Подходим и снова ее моем. Ребят, я только что вышел из игры, проверил, дали ли мне эту уточку, и у меня для вас очень плохие новости. Это нужно забирать за один, всего лишь один заход. То есть вам придется попотеть, постараться, но я, конечно же, это сделаю вне записи, чтобы потом вам по итогу показать, что за уточка. Потому что, в принципе, я вам все объяснил, что делать в этой игре. Собирайте 600 очков, отмывая этих уточек за определенное время. А теперь давайте я вам покажу, как получить следующую бесплатную вещь. Тут будет вот такая вывеска, в форме облачка, скорее всего. Это очень похоже на облака. Тут вообще много воды, думаю, вы ничего не перепутайте, это облачный шармин. Бежим сюда, и это мир туалетной бумаги и унитазов, да. Кибеди туалет тут ни при чем, но это очень прикольная мини-игра. Нам с тобой нужно будет у такие какашки сбивать туалетной бумагой. Снова ознакомливаемся, потому что это очень важно. Смотри, 10 очков, 5 очков, 5 секунд, 5 секунд. То есть их тоже сбивать нужно, потому что время буквально может закончиться в любой момент, и ты просто не успеешь набрать очки. То есть наш приоритет — это вот эта какашка и вот это. Давайте начинаем эту игру. Просто подходите и занимайте этот унитаз, как бы глупо это не звучало. Все, теперь просто кидаем и выбиваем эти очки. Смотрите, вон какашка вылезла. Просто нажимаем. Вам не нужно на меткость это делать. Просто нажимаем и попадаем. Кстати, даже у нас выбора, по идее, нету. Какая какашка выпала, такую мы и забираем. А ёршик, я не знаю, что он дает. А, блин! Ёршик — это плохо. Не собирайте ёршики. Ёршики — это очень плохо. Так, блин, надо было собрать вот эту. Соберу. Нет, я не успел. Я даже не посмотрел, какую вещь нам дают и сколько очков нужно набрать. Я пытаюсь набрать максимальное количество. Как только я закончу эту игру, я скажу вам, сколько
конкретно очков нужно для того, чтобы получить бесплатную вещь. Нужно набрать 800 очков, чтобы забрать вот этого прикольного мишку. А как он? Это бесплатная вещь? Он что, ходить со мной? Я не уверен, что это за вещь бесплатная, но мы получаем его 100%. Давайте наберем теперь 800 очков и заберем вот этого мишку. Самое главное, что я понял, это то, что игра под конец начинает ускоряться, она будет быстрее и быстрее идти, эти какашки будут появляться больше и быстрее исчезать. Еще они появляются не только на унитазах, еще и вот на таких туалетных бумагах больших. Также советую собирать в шляпках вот эти какашки, которые только что сбил, потому что они дают дополнительное время, и я только что мог выиграть, если бы собирал их почаще. Как только видите, короче, эту какашку в шляпе, то сразу в нее кидайте бумагу. И готово, мне дали такого мишку, отлично, и я набрал 850 очков. Было довольно-таки сложно. Кстати, все эти игры сложные, но если со второго раза попытаться и разобраться, как это работает, у вас все получится. А теперь давайте получать еще одну бесплатную вещь. Выходим снова в сторону спавна и идем теперь направо, где находится вот такой какой-то странный непонятный купол. Ребят, если это находится в разработке, значит будет еще одна игра и будут еще одни бесплатные вещи. Ребят, смотрите, я сразу, как только вещь эта выходит бесплатная тут, я сразу снимаю по ней видос, поэтому подпишись на канал и поставь колокольчик. А если хочешь еще раньше узнать о этой вещи, то подписывайся на мой телеграм-канал, ссылка будет в описании. Ну, немножко мы отвлеклись, нам нужно вот сюда, и это баунти. Ну, типа, баунти есть такая конфета, вообще это кокос, по идее, что-то такое тропическое, и нам нужно прийти сюда. И тут, похоже, игра не с одним игроком, а с несколькими. Ну, давайте попробуем это пройти. Завершите перчатку через 75 секунд, чтобы выиграть UGC. То есть тут какие-то перчатки. Запомните время, короче, 75 секунд. Сейчас будем проверять, что это такое. Становимся вот в эту область и нажимаем на зеленую кнопку «Да». И теперь игра идет в процессе. Честно, я пока не понял, что нужно делать, но я нажал на «Да», и мы ждем, пока игра закончится. А, там у них уже идет игра. Нужно подождать, пока те игроки, потому что написано, что игра в процессе. Давайте немножко поподсматриваем, что там происходит, и там, походу, паркур или какой-то забег с препятствиями. И, как я понимаю, нужно завершить его за 75 секунд, как тут и написано. И мы получим вот такого слизня. А почему этот слизень такой огромный? Как я буду цеплять его на своего маленького персонажа? Алло, прием. Короче, ребят, вот начинается отчет до начала игры, и нужно приготовиться, потому что это будет, походу, очень сложно. Я думаю, что слизень того стоит, но побежали, короче, у меня нужно пройти рекорд 70 секунд. 70 секунд это мало, это очень мало, поэтому я даже не знаю, как я буду это проходить, но давайте попробую. Я ненавижу Обби, если это можно назвать Обби, да почему? Короче, я понял, это без шансов, у меня это без. Советую тут подождать, потому что эти штуки тебя сносят прям за карту. Ладно, пробуем пройти это за нужное время. Ого, посмотрите, сколько тут препятствий. А, тут вода меня, вода, короче, вас будет сносить, меня просто, вам это возможно на видосе не видно, но вода толкает очень сильно. Тут туалетная бумага какая-то. Если я пройду с первого раза, то я буду кричать про... Я думаю, что вы поняли, как это проходить, надеюсь, и у вас очень получится легко это пройти. Но лично я уже не успел, походу, я уже просто не успел, тут какие-то вилки, боже. Что происходит? Только что произошло, я вообще не понял. Я уже запутался, я... Ясно. Ясно. Блин, это реально было сложно, но я смог это сделать. И мне дали вот такого слизня. Кстати, он прикольно выглядит. И давайте посмотрим наконец-таки, как же эти огромные вещи вообще выглядят в игре. Что у нас сзади крепится? Мишка, это как? Посмотри, Мишка, это очень прикольно. Это того стоило, мне очень нравится. Блин, я понял. Прикольно, очень прикольно. А где уточка? Собственно, а где уточка? Ну, в принципе, конечно, очень круто, но мне почему-то не дали уточку. Я не понял, почему. Я же прошел это. Я же получил ее. Ладно, короче, я вроде вам все понятно объяснил. И у вас что-то не получится, напишите мне, я разберусь и объясню. Плей сложный, да, но думаю, у вас получится по-любому. А если ты хочешь поиграть со мной в Roblox, попасть ко мне в друзья и так далее, тогда переходи в мой крутой телеграм-канал, который будет находиться по ссылке в описании. С тобой был тот самый Лемон, всем удачи и всем пока!